В этом году в десногорские школы в первый день сентября пришли 3040 школьников, что на 50 учеников больше, чем в прошлом году. Во всех общеобразовательных учреждениях в этот день прозвенел первый в этом учебном году звонок и прошли торжественные линейки. С Днем знаний педагогические коллективы и учеников поздравили представители администрации Смоленской атомной электростанции и руководство города. 1 сентября, дорогой и близкий каждому из нас праздник. Мы все начинали взрослую жизнь со школьной скамьи. И в этот день вспоминаем своих первых учителей, благодарим их за огромное терпение, внимание, чуткость и любовь к детям. В этот день желаем всем больших творческих успехов, удачи во всех делах, терпения, преодоления трудностей и целеустремленности. С праздником! Ребятам, показавшим отличные результаты в учебе, занявшим призовые места в конкурсах и олимпиадах, а также активно участвующим в общественной жизни школ, вручили похвальные грамоты и благодарственные письма. Школьники преуспели не только в освоении наук, но и активно участвуют в общественной жизни города. Многие из ребят принимают участие в проектах «Росатома». Самых активных отметили дипломами и памятными подарками. В прошлом учебном году школьники принимали участие в движении «Готов к труду и обороне». Прошедшие тестирование в торжественной обстановке получили знаки отличия. Много теплых слов, цветов и счастливых улыбок было в этот день. Это начало еще одного года школьной жизни. И вот что ждут от него педагоги. Чтобы все было хорошо и у учеников школы, и у педагогического коллектива, и, конечно, у родителей. Меньше, чтобы было у нас волнений, чтобы было неудач. Ну, чтобы все у нас сложилось хорошо в новом учебном году. В новом году? Конечно же, новых каких-то побед. Хочется, чтобы наши дети много участвовали в разных конкурсах, побеждали, чтобы получали удовольствие. Всего самого-самого, конечно, хорошего. У школьников тоже много планов на этот учебный год. Везение, конечно же, удачи во всем и успехов. Улучшить свои спортивные навыки и хорошо сдать экзамены. Но больше всего в этот день взволнованы первоклашки и их родители, потому что у них начинается новый этап в жизни. Начинается у ребенка новый промежуточный этап в жизни. Будем ей помогать, поддерживать. Вот. И не только у нее, у нас начинается новый этап, поэтому будем стараться. Чтобы у них все сложилось, все было хорошо, чтобы дети все сдружились, все было у них отлично. Завершились торжественные линейки первыми уроками, которые в этом году были посвящены очень значимому событию для нашего Атомграда – 35-летию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС.